Рады вас приветствовать в Центре современного искусства «Аурум». Разгар зимы, а у нас в городе у моря какая-то весна произошла. Растаяли все снега, подул бриз морской, и мы как-то вот решили исполнить свою мечту. У нас всегда была мечта с Вовой нарисовать такую вязаночку дров, которая вроде бы кажется сначала простой, ну вот дровишки, знаете, как спиливают люди для того, чтобы растения, значит, чувствовали себя лучше, да, отпиливают ненужные ветки, чистят дерево, давайте так, не срубают дерево, а чистят его. Вот как женщины делают маникюр себе, да, или стригутся, то дерево что же надо иногда, и кусты. Иногда надо стричь и помогать им, чтобы новые побеги, значит, ну, новые соки в дереве, чтобы были, и чтобы было, ну, как обновление некоторое дерево. И вот мы поэтому решили вот эту вязаночку дров, посмотрите, вот она сзади меня есть, взять ее и нарисовать после того, как люди спилили там какие-то веточки дерева. Недавно вышла во двор, смотрю, куча лежит отпиленных веточек. Они такие красивые, одна толще, одна тоньше. Кривоватые чуть-чуть, ровненькие. О, тут вот с нами нарисует вот эту вязаночку дров, переплетение друг с другом этих веточек, тот сможет потом и настоящее дерево нарисовать. Осознанно, правильно и, ну как вам сказать, ну, с душой и с любовью. И вот я вам хочу сегодня обратить ваше внимание на вот эту вот печечку. Посмотрите, она у нас в натюрмортном фонде, вот она. Да, вот эта чугунка. Мы еще с детства помним это движение, как мама с папой пишут записку: подбрось дров, да, там не забудь закрыть печку, открой там поддувало, чтобы печка работала. Я думаю, что мы ее тоже чуть-чуть введем в стену глинобитную, которая будет на заднем плане, и сделаем так, что как будто бы эта вязаночка дров лежит в ногах у печки такой глинобитной, да, которая топит весь дом.